Меньше 2 недель остается до выборов депутатов регионального парламента. В настоящее время представители избирательных участков приглашают жителей принять участие в важном событии. За их работой наблюдал корреспондент Артур Мкце. Представители 7-го избирательного участка региональной столицы заполняют пригласительные листки, чтобы каждый из более чем 2000 живущих в округе человек не пропустил важное для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии событие. Заполнив все необходимое, члены комиссии лично обходят многоэтажки, приглашают людей принять участие в голосовании по определению нового состава парламента нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы члены избирательного участка номер 7. Пришли вас пригласить на выборы Народного собрания. Ага, спасибо. Выборы будут проходить 6, 7, 8. Ваш избирательный участок, вы знаете где? Да, 7, детский садик. Детский садик 31, да. Все, да. Правильно. Все, ждем вас. На бюллетене также у вас написаны номера. По всем возникшим вопросам можете позвонить, вам все ответят. Хорошо. Благодаря таким визитам потенциальные избиратели узнают, когда и куда им можно прийти в дни голосования, какие документы необходимо иметь при себе. Как им быть в случае неожиданного отъезда в другой регион или населенный пункт и многое другое. По указанным на пригласительных телефонам людям будет предоставлена полная информация по любому вопросу, касающемуся предстоящих выборов депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии. Раньше, например, были случаи, когда не всегда люди, избиратели были в курсе, куда они должны прийти. Да, было, было. А сейчас удобнее вот так, когда приходят и приглашают. Спасибо, девочки, что пришли, пригласили. В основном нас встречают с душой, добродушно относятся люди, все-таки большая часть, особенно пенсионеры, они очень любят, они очень ждут, пока мы к ним придем, потому что из года в год мы уже свои участки знаем, своих пенсионеров знаем, мы каждый год к ним ходим, они вот даже когда подходит срок уже к выборам, но все равно где-то что-то, они уже нас ждут и говорят, ой, вы уже пришли к нам, и как хорошо. Выборы депутатов в парламент республики, а также в законодательные собрания ряда муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Артур Мкце, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.